Премия добра – это ежегодное признание заслуг социально ориентированных проектов, инициатив, которые реализованы в Ростовской области за год. Каждому, кому будет сегодня вручена награда, я хочу сказать спасибо. Список лауреатов немного изменился с прошлого года. Очень много интересных проектов, посвященных творчеству детей, пенсионеров. Ну, многое, что запомнилось. Трудно сейчас все вспомнить, передать словами. Каждый проект уникален. Ну, все молодцы, все очень хорошие, добрые проекты. Очень приятно присутствовать уже второй год подряд на данной номинации. Хотелось бы отметить наших сотрудников, которые спасали людей в различных ситуациях, заставляя создать условия подражания. Это маленькие спасатели, которые спасали как своих родных, близких, и в тот момент даже не задумываясь о том, какая их может постигнуть беда. Спасибо всем большое. Побольше таких акций, определения нашей общественности и позиции людей в жизни. Я хочу всем пожелать прежде всего крепкого здоровья, чтобы вот поблагодарить вас за неравнодушие ваших сердец. И что самое главное, то, что вы сегодня делаете, продолжать это дело, просто творить добро. Очень радует, что наш проект стал ежегодным. В этом году мы проводим его второй раз, и он поддержан правительством Ростовской области, что очень знаково, что нас поддерживают не только общественники, но и власти, и депутаты, и администрация города. Самое главное для нас, что проект объединяет неравнодушных людей с активной жизненной позицией, которые стараются менять мир к лучшему. И с каждым годом таких организаций людей становится все больше и больше. Премия памяти добра Федора Тахтамышева, этого замечательного светлого человека, это ежегодная награда людям, которые делают мир вокруг нас удобнее, комфортнее, доступнее. Это возможность отблагодарить их за нелегкий труд, привлечь внимание общественности к тяжелому труду волонтеров, медицинских работников, социальных предпринимателей. И, несомненно, эта традиция должна быть продолжена. Спасибо вам за вашу работу и объединяйте вокруг себя как можно больше ровесников, старшее поколение, младшее. Спасибо вам. Мы проводим занятия по футболу для детей с особенностями ментального развития. Мы разослали родителям нашим, все, кто занимается в нашей секции, проголосовать за нас. И родители начали активно голосовать. Голосовали и прям значительно опередили всех оставшихся партнеров наших. И вот заняли мы первое место именно в номинации по группе ВКонтакте. Воспользуемся, может, какой-то продвижением нашей секции в социальных сетях, чтобы люди еще больше знали и посещали наш футбол адаптивный, занимались спортом. Ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, ищем путь.